Я очень не люблю конвейер вообще. Я вот эти вот массовки какие-то бывают, это не по мне. Я должна получать удовольствие от работы. Каждый человек – это носитель такой информации, что она просто сама за себя говорит, и ты уже просто дополняешь. Ты просто вот по крупицам что-то там как-то раз и создает цвет, там, форма какая, какой декор должен быть, какие должны быть сочетания цвета, там, фактуры.